Я очень сильно люблю Бобруйск. И всегда, когда приезжаю, вижу, что он становится лучше и лучше. Руслан Алихно. Ваше любимое место в городе Бобруйске? Родной завод Башака. Площадь Ленина. Почему? Красиво там на Новый год было. Елочка нарядная. Наверное, я люблю больше природу, поэтому Луковая гора. Ой, этих мест, если честно, достаточно у нас. Кафе всякие. Это Дзержинск, это базар. Так, ну еще больше такого популярного. Это центр города, естественно, где проводит досуг большая часть населения нашего. Любимое место, наверное, там, где родился и вырос, потому что я коренная бобруйчанка прежде всего. Это самое главное. А уже потом все достопримечательности Бобруйска, наверное, самое. Вот социалка родная, где основная такая жизнь проходит, во время обеда гуляешь. Как пожилые люди, вот тут ходим, тут новины всякие есть. А почему? Ну, дома тоже нельзя сидеть, надо общаться с народом, новости узнавать, все тоже лучше было хорошо. Спасибо. А ты? Люблю около Ледового дворца гулять, там интересно, особенно летом, весна, все зелененькое, все сияет, птички, ну там красиво, действительно, там красиво, отдыхаем там. Хороший вопрос. Площадь Победы, наверное. Почему? Памятник, сидушечки есть. Нету. Почему? Нету. А здесь что, есть что-то красивое? Вообще люблю Бобруйск. Почему? Почему? Потому что, ну, как говорится, свое родное, все родное. Каждая мелочь на социалке родная. Хоть она и меняется в лучшую сторону, но старина, которая есть, она в душе. В душе у каждого бобруйчанина любовь к родному городу. Ну а если кому-то что-то не нравится, может быть, просто настроение не очень. Смотрите «В городе Бобруйске», и настроение будет что надо. С вами Надежда. Мы начинаем. Место действия – Бобруйская средняя школа номер 8. Ребятня из кружка вдохновения делает ко дню Святого Валентина сердечки оригами. Преподаватель Галина Иванова. Историю ее любви знает вся школа. В минувшем году Галина вышла замуж за китайца Ма Цяньбао. Они встретились на выставке живописи в Минске, и дружба переросла в любовь. На прошлый Новый год, когда начали уже часы бить 12, он подходит ко мне, он уже у нас был на Новом году, преподносит мне кольцо, и ты будешь моей женой. Галина ответила «да», и молодые сыграли свадьбу в Китае на родине жениха. Пригласили всего-то 240 человек. По китайским меркам это совсем немного. К слову, свадьба длится всего день. Это только один день. Где-то до 4 или даже до 3 часов. Во-первых, применяют вот эти петарды. Это очень важно, взрывы эти. Гром отпугивает злых духов. Есть какой-то аналог нашему Горько? Нет, у них этого нет. Не танцует. Ну, это может бывает сейчас современные свадьбы, а так нет. Нет танцев, есть музыка, Горько нет. Это очень скромно. Международная свадьба стала сенсацией в городе Лоян, откуда родом жених. В Китае не принято откусывать от каравая, но эту традицию, единственную из белорусских, решили оставить. Представители местной прессы были на чеку, а дальше слава о паре китаец-белоруска прокатилась по всей Поднебесной. Они отмечают, как и 14 февраля, День влюбленных, а также у них есть китайский День влюбленных. Это он проходит в августе. Нам позвонили из Пекина и пригласили ко дню как раз влюбленных сняться в передачу про влюбленных. Там были несколько пар счастливых, и показать такой пример счастья и любви. Пока Галина рассказывала, ребятня справилась с заданием. Сердечки оригами готовы. Главное определиться, кому их подарить. А вы, молодой человек, верите в настоящую любовь? Да. А какая она, расскажите? Жгучая. Ну, вот, например, вот парень пригласит девушку, например, сходить в ресторан там. Это значит настоящая любовь? Ну да. Это когда мужчина любит женщину, когда он ей дарит цветы, уважает ее, помогает, во всем поддерживает.
Жаль, что нам не удалось встретиться с самим Цяньбао. Галина позвонила мужу и узнала, что он очень занят. Цяньбао работает в китайской корпорации в Бобруйске. В день Святого Валентина влюбленные будут вместе. Молодая жена приготовит для любимого... Супы необычные, там много приправ, много очень острого. Такое острое, что невозможно есть. Вот такая любовь с перчинкой у нас в городе Бобруйске. Между прочим, история праздника Дня Святого Валентина берет свое начало с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалиями называли праздник плодородия в честь богини любви и бога Фавна, покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля. Насчет Дня Святого Валентина существует разное мнение. Одни, молодежь, например, принимают праздник с радостью. Другим он совсем чужой, пришлый. Чтобы составить объективную картину, мы решили спросить у бобруйчан, как они относятся к празднику всех влюбленных. Празднуете ли вы День Святого Валентина? Ай, вы знаете, когда как. Ну, честно сказать, наверное, нет. Ну, в этом году будете отмечать? Ну, буду, наверное. Есть с кем? Ну, с женой. Когда была помоложе, наверное, отмечала. Обязательно это были валентинки, открыточки. Может быть, пироги, кексы в виде сердечек. Ну, и деткам тоже, если были маленькие, значит, медвежата, форму сердечка, потому что держит медвежонок. Ну, завтрак приятный такой в виде сердечек, там вот как из сосисок такой делают красиво. Как бы мы празднуем, но семейно, потому что для нас это в каждый год. Празднуете ли вы День Святого Валентина и как? Да, в общем-то, мы не... Ну, как празднуем? Дома празднуем, бывает, что с мужем поздравим друг друга. Ну, все по-разному его празднуют. Для девушка как? Есть? Нету. Вдвоем там погулять где-нибудь, куда-нибудь сходить. Ну, как бы подарки – это не главное. Главное, что рядом. Что-то дарите? Ну, конечно, дарим что-то. В смысле, что? Да. Ну, игрушки дарим, ну, всякое такое что-нибудь. Дарим своему там любимому, дарим подарки. Он, соответственно, тоже. Что обычно вы дарите, что получаете в подарок? Ну, какую-нибудь приятную мелочь. Ну, может, косметику какую-то. Сейчас сказать, пока еще не знаю, не готовился еще. Ну, может, валентинку сделаете? Ну, это по-любому, первым делом. Ну, и плюс подарок уже какой. От праздников к трудовым будням. Отправляемся на завод натурального каучука. Правда, так он назывался в 1952 году. Потом названия предприятия менялись на протяжении десятков лет. Белорусское производственное объединение, арендное и даже народное предприятие. По сей день бобруйчане называют его РТИ. Итак, знакомимся с коллективом и работой предприятия «Беларусь Резина Техника». Это сегодня «Беларусь Резинотехника» – одно из крупнейших предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли в Беларуси и даже СНГ. А начиналось все в далеком 52-м. В 1952 году Государственная комиссия подписывает акт о приемке и сдаче в эксплуатацию завода натурального каучука. С вводом новых цехов предприятие переименовано в «Завод резинотехнических изделий». В 1990-м это арендное предприятие, затем народное. С 1994 года открытое акционерное общество «Беларусь Резинотехника». Вы только вдумайтесь, основные заказчики предприятия – такие гиганты, как «БелАЗ», «МАЗ» и «Тракторный завод». Мы для них производим продукцию, как формовых изделий, то есть это самое сложное, пожалуй, производство. Это манжеты различные, кольца, уплотнения, чехлы, то есть те детали – от работоспособности, которая зависит от работоспособности самой машины. Выпускают здесь резинотехнические изделия для промышленных целей, а также для дачников. Второе крупное производство у нас – это производство рукавов. Рукавов тоже как для автомобильной промышленности, так и для народного хозяйства. Рукава для газовой сварки, например, изготавливается поливочная трубка. Кстати, в рамках модернизации, которая полным ходом идет на заводе, приобрели новую линию по производству рукавов. И результат не заставил себя долго ждать. Получили громадное количество заказов, которые производим на этой линии. И данная продукция пользуется очень спросом.
Есть на Беларуси резинотехники и эксклюзивное производство из полиуретана. Продукция штучная и производится под заказ. А вообще же линейка изделий завода весьма широкая, что называется от и до. На предприятии выпускают не только рукава для промышленности и поливочные шланги для дачников, а также то, что хорошо известно всем автомобилистам. Правила дорожного движения это называется искусственная неровность или попросту лежачий полицейский. В ближайших планах дальнейшая модернизация. Ведь только так можно быть конкурентоспособным и занимать свою нишу на рынке. Ну что ж, вода в виде снега и льда иногда приносит немало пользы. Особенно шустрой бобруйской ребятне. А вот взрослым зимними вечерами вода приятнее из чайника. Желательно в перевоплощенном в кофе виде. Кстати, нынешней зимой в городе Бобруйске открыли вторую станцию обезжелезивания воды. Об этом расскажем подробнее. Три, два, один, пуск. Люки специальных резервуаров для воды задраены. Корабль под названием «Новая станция обезжелезивания воды» отправился в полет. Конечно, образно. А если по существу, то вторую станцию по очистке воды в городе Бобруйске ждали давно. Время снимать пробу. Чистенькая, прозрачная? Как кристалл. Чтобы все поверили, вам нужно первым попробовать. Конечно. И мне, если можно. Хорошо. Ой, хороша водичка, с пылу с жару. Мы, конечно, не последняя инстанция. Главное, что чистоту воды подтверждают лабораторные анализы. На станцию приходит вода с железом взвешенным 3 мг на литр, а на выходе уже потребителю мы получаем довольно качественную водичку, очень качественную, с процентом 0,07, то есть, а при норме 0,3. То есть даже видно, что насколько качественная вода идет потребителю. Потребители – микрорайон Западный и районы улиц Крылова и Гоголя. Раньше до пуска станции в эксплуатацию были проблемы с водой, так как железо превышало. То сейчас эти проблемы все как сами собой решатся. А кто-нибудь из ваших знакомых живет здесь, в этих районах? Ну, конечно. Они вам уже сказали свое спасибо? Конечно, сказали. При строительстве станции обезжелезивания на водозаборе «Соломинка» использовали преимущественно отечественное оборудование. Удешевили проект, что-что, а считать деньги на предприятии «Водоканал» умеют. Опираясь на это завидное качество, строят и новые планы. В планах строительство гидростанции небольшой на очистных сооружениях, дабы экономить электроэнергию. Самочувствие отличное. Продолжаю полет. Надеемся, все получится. А на какой улице Бобруйска живете или жили вы? Может быть, рядом с пожарным переулком? Тогда смотрите во все глаза. Наверняка узнаете о старом знакомом что-то новенькое. Несмотря на свой небольшой размер, переулок Пожарный имеет огромное значение в жизни нашего города Бобруйска. Но обо всем по порядку. Пожарная служба в Бобруйске появилась в 1853 году. В то время она относилась к полицейской части. Но пожарные были настолько слабые и неквалифицированные, что уже буквально через несколько лет пожарная часть сгорела со всем оборудованием, которое в ней находилось. В 1901 году, предположительно от искры паровоза, вспыхнул еще один пожар в доме возле железной дороги. Тогда сгорело 1500 домов. После этого было решено построить новое здание для пожарных. Строили его на средства, собранные членами добровольного пожарного общества и населения города. Место для нового пожарного депо было выбрано недалеко от рынка. Так появился пожарный переулок. В 1903 году это место было освещено, а в 1905 сюда уже въехали новые жильцы – пожарные. А вот на втором этаже этого здания находился театр, куда приезжало немало российских знаменитостей. А на первом этаже были конюшни, где стояли лошади и водовозки. После этого наш Бобруйск стал гореть гораздо меньше.
Об этом здании сохранились воспоминания неизвестного актера, гастролировавшего у нас в начале 20 века. Театральный зал был на втором этаже, а на первом конюшне и помещение для бочек с водой, пожарных помп. А над самым залом пожарная каланча с колоколом и лабиринтом лестниц. Горожан в выходные и праздничные дни здесь радовал оркестр городской пожарной команды. Знаменит пожарный переулок еще одним зданием. В 1918 году именно здесь заседали бобруйские подпольщики. Здесь был подпольный комитет во главе с Серебряковым. Сейчас здесь обыкновенный жилой дом. Характерно, что депо в пожарном переулке за свою жизнь ни разу не сменило своих жителей. И по сегодняшний день здесь располагается пожарная часть. Ведь девиз бобруйских пожарных на протяжении последних 100 лет остается неизменным. Богу хвала, ближнему защита. А теперь два слова о здоровье, которое обязательно должно быть крепким. Но если оно таки подвело, тут уж надежда на врачей и современное медоборудование. Скорая помощь Бобруйска обзавелась новым реанимобилем. О нем пойдет речь. От обычных скорых новый реанимобиль отличается продуманной компоновкой и самой современной аппаратурой. Благодаря специализированной машине бобруйские врачи смогут оказывать экстренную помощь тем, кто на волоске от смерти. Вот это вот находится аппарат искусственной вентиляции легких. Такая транспортная форма. То есть и можно проводить искусственную вентиляцию легких как на месте происшествия, можно в квартире, он снабжен батареей, и подключаться к носимому кислородному баллону. И в пути следования проводить искусственную и вспомогательную вентиляцию легких. Мобилен не только аппарат искусственной вентиляции легких, но и другое оборудование. В этом-то весь смысл, так сказать, чтобы все это было мобильно, потому что чаще всего бригады начинают оказание медицинской помощи вне реанимобиля. Даже реанимационный чемодан особенный. Основная проблема у нас – мобильность. Очень много вещей, много аппаратуры, и перемещаться приходится еще с пациентом на руках. Поэтому вот рюкзак – это, в общем-то, очень удобно. За плечи его, да? За плечи, да, две руки свободны. Интересуемся, сколько человеческих жизней удалось спасти благодаря новой машине скорой помощи. Нет, она еще не выезжала. На этой неделе уже должна выехать. А пока медики приноравливаются, осваивают оборудование. Работы новой реанимационной бригаде наверняка хватит. Ну, очень часто у нас за смену, за 12-часовую смену у нас одна. Вот, мы выезжаем больше 10 вызовов за 12 часов. Бригада спешит к пациенту, а новый реанимобиль обкатывает пока только во дворе. Водителю тоже нужно привыкнуть, чтобы, когда понадобится помощь, не потерять в дороге ни минуты. Между прочим, скорая помощь впервые была создана в 1881 году в Вене после грандиозного пожара театра. В первый же год своего существования венская станция скорой помощи оказала помощь 2000 пострадавших. В составе бригад работали врачи и студенты медицинского факультета. Тенсин сёден катори синта рю. Это вовсе не тарабарщина, а одна из древнейших школ японских боевых искусств. А человека, точнее настоящего сенсея, который всерьез занимается катори синта рю, мы нашли не в стране восходящего солнца, а у нас, в городе Бобруйске. И не только нашли, но и потренировались с мастером. Этого человека зовут Николай Бабенко. Год назад он вернулся в Бобруйск из Москвы, где прожил 10 лет. Там работал инструктором по джиу-джитсу, учился в университете физкультуры по специальности дзюдо. Сейчас эти дисциплины Николай преподает у нас в городе. У мастера, а это действительно так, столько титулов, что не перечесть. От каратэ-до до дзюдзюцу. А вот катори синтарю – это уже не увлечение. Давно занимаюсь, конечно, уже немножко и стиль уже даже. Наверное, как и жизни, и все. Наверное, так.
Школа Тэнсин Сюден Катори Синтарю, основана в 1447 году, является одной из древнейших школ традиционных японских боевых искусств. Название школы можно перевести как «воинская традиция божественного пути». Из этого стиля вышли все остальные в дальнейшем. А начиналось все с увлечения фильмами, где самураи виртуозно фехтовали мечами. Но в то время у нас это было в диковинку. Пришлось довольствоваться карате. Повзрослев, Николай отправился в Москву обучаться искусству фехтования. Его наставниками были именитые мастера боевых искусств. Учился он и у своего сенсея в Японии. Чтобы получить степень мастера, бобруйчанину приходилось сдавать экзамены поединки с 16 соперниками подряд, причем каждый не ниже черного пояса. Пока противник не побежден, бой не заканчивается. Я сдавал на третий дан два раза, потому что с первого раза я не смог. Сразу скажу, чтобы достичь уровня ученика, необходимо несколько лет усердных тренировок. Тем не менее, попробовал. Правда, без необходимых тренировочных атрибутов – кайкоги и хакамы, рубахи и шароваров. Зато с настоящим иайто – тренировочным мечом. И даже удосужился похвалы сенсея. Ровно. То есть правую ногу к себе и сверху одновременно заносишь и выпаду туда. О, свистнул! Искусство необычное, очень помогает отвлечься от проблем современности. Ну, в отличие от других видов спорта, которыми я и искусствами занималась, этот наиболее, как бы так, одухотворяет. Так состоялось наше знакомство с бобруйским самураем. И кто знает, может, вскоре имя сенсея Николая Бабенко станет известно далеко за пределами Беларуси. И у него появятся ученики не только из Синеокой. Для любителей не только спорта, но и искусства в Бобруйском художественном музее имени Поплавского открыта выставка юных художников, посвященная 22-м Олимпийским играм в Сочи, а также чемпионату мира по хоккею в Минске. Заходите, не стесняйтесь. На этом разрешите откланяться. Встречаемся через 2 недели в городе Бобруйске. Занавес, дамы и господа, занавес.